Коллеги, всем привет! С вами Дмитрий Каждан. Ну что, мы, собственно, с вами дождались. Сегодня мы, наконец-таки, будем разыгрывать вот эти три замечательные расчески от Wise Park. Это у нас 339S, это у нас новинка. Данные расчески нужны нам для создания коротких стрижек. И сегодня в этом видео я, наконец-таки, их разыграю. Итак, значит, чтобы не было ни у кого никаких сомнений, вот, значит, я вставляю ссылку на это видео, где проходил у меня розыгрыш, и чтобы все видели, значит, как вы видите, у нас тут 32 комментария. Конечно же, народ меня не услышал, начал писать один и тот же комментарий по несколько раз. В условиях конкурса было, собственно, написать один единственный комментарий, чтобы у всех были равные шансы. Вот, и, собственно, нажимаю «Загрузить данные». Загрузился список комментариев, которые вы ответили, вернее, написали, за что вам, собственно, отдельное спасибо. И, собственно, давайте не будем терять времени и нажмем заветную кнопочку. Да, кстати, сразу говорю, называть победителей не буду, буду просто показывать, потому что помню, как-то проводил конкурс, и кто-то обиделся на то, что я назвал чью-то фамилию неправильно. Значит, поэтому, собственно, просто буду показывать вам победителя, и, собственно, победитель должен будет связаться со мной в одной из соцсетей. Ссылка будет, как всегда, внизу в описании, то есть либо ВКонтакте, либо в Инстаграме, поэтому связывайтесь и получите свой приз. Итак, нажимаю заветную кнопочку, и кто же у нас победил? Значит, вот Артем Лим. Ну, значит, поздравляем Артема. Здесь, ну, я надеюсь, никто не в обиде, что я назвал фамилию, собственно, правильно. Вот, но в любом случае, Артем, ты победил, поэтому обязательно свяжись со мной. И, собственно, ты получишь расческу темно-синюю, да, то есть Артему прилетает вот эта расческа. Так, следующий у нас победитель. Мы нажимаем на заветную кнопочку, и кто же у нас победил? Ага, то есть здесь нужно еще раз вставить ссылку. Ну, давайте еще раз вставим ссылку. Я, честно говоря, пользуюсь этим сервисом первый раз, поэтому, коллеги, извиняйте. Значит, загрузили еще раз, и давайте попробуем, кто же у нас будет следующим победителем. Итак, следующий победитель — Алина. Алина, я вас поздравляю, вам прилетает красная расческа. Еще раз, фамилия Бочкарева. Опять же, может быть, из-за брекетов могу сказать неправильно, но поэтому Бычкова, извините. Так, значит, мы закрываем это приложение и еще раз, собственно, нажимаем, кто же у нас победит. Ах да, надо еще раз ввести ссылку. Кстати, очень правильно, на мой взгляд, чтобы не было никаких обманов. Вот мы еще раз вводим эту ссылку, ввели, то есть как раз-таки это видео с конкурсом. Я считаю, что, наверное, это правильно, что просят повторно ввести. Ну и последний, третий победитель, кто же у нас получит расческу зеленую. Так, ага, что-то у нас пошло не так. Давайте мы еще раз, коллеги, обновимся. Маленькая техническая неисправность, то есть, видите, все в прямом эфире, без какого-либо шарлатанства и обмана. То есть еще раз давайте пробуем. И третий раз загружаем, нажимаем последний раз. И кто же у нас победитель? Ага, опять что-то не так. Загрузить данные. И нажимаем заветную кнопочку. Наталья. Так, красная — супер. Ну, к сожалению, красной больше нет. И вам, Наталья, вот достается вот такая вот синяя. Даже вру, не синяя, это зеленая. Это зеленая расческа, она достается вам. Ну, по одной простой причине, что, как вы видите, собственно, программа выбирает случайным образом. Поэтому я поздравляю победителей. Видите, кому-то попала та или иная расческа, кто заказывал ее, кто хотел получить. Поэтому, коллеги, я вас всех поздравляю. Я жду от вас информации, как с вами связаться. Все
просто ссылки будут внизу в описании к этому ролику, поэтому не забывайте написать мне, написать свой точный адрес, это имя, индекс, фамилия и куда вам ее высылать. Я с удовольствием вам отправлю 3 ваши расчески. Спасибо большое, что вы смотрели это видео. Спасибо, что вы участвовали в конкурсе. Следующий конкурс я буду разыгрывать 3 расчески. Вру, не 3, а 2 расчески. Это Wise Park 339 в синем цвете и 339 в мятном цвете. Поэтому, друзья мои, видео уже было загружено на канал. Принимайте участие. Также пишите один комментарий, ставьте лайк. Вы должны быть подписаны на мой канал и выигрывайте расчески от Wise Park Professional и магазина shopcomps.ru. Спасибо, с вами был Каждан, пока-пока.